Это необычная бутылка с водой. Антверпенский стартап My Smart Bottle создал высокотехнологичный контейнер для напитков. Он знает, сколько вы выпиваете жидкости. Представили разработку на ежегодной выставке носимых технологий в Лондоне. Когда пьешь из нее, она следит за поддержанием водного баланса в организме и выводит данные в приложении. В бутылку встроен специальный сенсор. Он подключен к приложению, которое не только собирает данные, но еще может отправлять уведомления, если настало время попить. Конечно, все люди разные, поэтому в приложении нужно ввести свой вес, рост и возраст. Мы измеряем пульс, количество шагов, буквально все, но не измеряем водный баланс. А это очень важно, поскольку это влияет на здоровье и физическое состояние, особенно если вы спортсмен. Такие бутылки продают по 85 евро за штуку. Постоянно забываете, куда положили свою кредитную карту или оставляете ее дома? Британский стартап Маклер, похоже, нашел решение этой проблемы. Он разработал умное кольцо, которым можно расплачиваться так же, как бесконтактной картой. Беззарядное и водонепроницаемое устройство использует технологию NFC. Транзакции занимают не более полутора секунд. Платить можно, только сжав руку в кулак. Пользователи могут установить лимит на покупки или деактивировать кольцо одним кликом. Удобная и бесконтактная технология в вашей руке означает, что она всегда доступна. Заплатить можно быстро, удобно, безопасно, и не нужно искать свой кошелек или телефон. Кольцо обойдется в 170 долларов. А эти умные часы израильской компании Oxyton Medical умеют измерять содержание кислорода в крови, температуру кожи, пульс, дыхание и многое другое. Разработчики устройства говорят, что часы можно использовать, чтобы следить за пациентом уже после выписки из больницы.